Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, теперь у нас Madison Square Garden, 7 ноября, UFC. Кумара Усман дерется против Колби Ковингтона. Помните, да, у них была уже встреча в 2019 году. Кумара Усман тогда победил техническим нокаутом в 5-м раунде. Я не комментировал, я тогда как раз эту победу предсказал и угадал. Думаю, что угадаю в этот раз. Все-таки нигерийский кошмар ведет с тех пор достаточно хорошую серию боев, выигрывает. Хотя не скажешь, что Усман застаивается, и может быть кто-то как бы и считает, что он не должен был с ним встретиться в этом бою вновь, но тем не менее давайте будем объективны. Именно в том бою именно Кумару Усману пришлось против Ковингтона попотеть для того, чтобы уложить его на стил. Ну, тем не менее, как будут развиваться события, достаточно сложно сказать. Оба соперника достаточно готовы. Но все-таки мне видится, что нигерийский спортсмен будет выглядеть в этом бою лучше. Что-то мне подсказывает, что это будет опять досрочная победа. Ну, а Ковингтону еще одна возможность попробовать свои силы. Все-таки шансы есть. Скорее всего, поединок будет очень интересный, конкурентный. И не такой уж проходной для Кумара Усмана. Посмотрите, это будет интересно. Удачи, хорошего просмотра.